В рамках подготовки к курортному сезону ликвидируются и все стихийные свалки. Причем на борьбу с мусором выходят не только коммунальные службы, но и сами анапчане. Как, например, жители дома 120А на улице Лермонтова. Ранее мы показывали репортаж с образовавшейся здесь свалки. Территория была, мягко говоря, захламлена. Кроме бытовых отходов, прямо на газонах лежал строительный мусор. Хозяина стихийной свалки найти так и не удалось. Но управление жилого дома совместно с арендаторами офисных помещений пообещали организовать субботник и навести порядок в общем дворе. И вот спустя 2 недели двор действительно преобразился. Вывезен весь крупногабаритный мусор. Стали чище газоны и пешеходные тропинки. На уборку мусора вышли все неравнодушные жильцы дома. После замечания мы организовали субботник, вышли и убрали полностью нашу территорию. Чистота, собственно, территории – это непосредственно, как говорится, ответственность жильцов, ответственность людей, которые должны за своей территорией смотреть, убираться. Положительно отнеслись, конечно, положительно. То есть вышли все, убрали территорию, все, и создали эту чистоту. Благоустройство курорта продолжается. К наведению порядка на своих территориях должны подключаться не только жители города, но и предприниматели. Все, кто ведет свою деятельность на курорте, должны внести и свой вклад в его благоустройство.